Тверской области продолжается переселение граждан из аварийного жилищного фонда. До 2025 года в Тверской области из такого жилья переселят более 5000 человек. Общая площадь жилья составит более 90 тысяч квадратных метров. Этот вопрос обсуждался на заседании регионального правительства. Все многоквартирные дома, в которых переедут жители области из аварийного жилья, будут соответствовать требованиям по комфорту и энергоэффективности. При их строительстве будут использованы современные конструктивные материалы, благоустроены придомовые территории, а также предусмотрено оборудование для маломобильных групп граждан. Внутри квартиры должны иметь готовую отделку кухни с электроплитами. Адресная программа по переселению граждан реализуется поэтапно. В рамках первого новое жилье получит 450 жителей региона из Твери, Ржева, Торжка, Зубцовского, Конаковского, Торопецкого и Бельского района. Новый 2020 год в современном благоустроенном жилье уже встретили более 180 человек. Первый этап реализации программы начался достаточно успешно. Вовремя утвердили программу. Промежуточные достигнутые результаты по итогам года также соответствуют целевым показателям и несколько превышают их. Ключевой вопрос – это поддержать этот темп в последующие годы. Всего на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019-2025 годах будет направлено порядка 4 миллиардов рублей. Свыше 3,4 миллиарда рублей из федерального бюджета и около 560 миллионов рублей из регионального. Те средства, которые запрограммированы, более чем, с моей точки зрения, достаточно, ну, по крайней мере, достаточно для того, чтобы реализовать те объемы. Затем в следующие два года из аварийного жилья переселят граждан в Ржеве, Конаковском, Спировских районах, Нелидовском и Вышневолодском городских округах. Там планируется обеспечить новым жильем 440 человек. Следующие этапы станут самыми масштабными. За три года будет переселено свыше 3500 человек, которые проживают в различных муниципалитетах региона. За следующего года даст возможность более комплексно подходить к развитию территории. Это прежде всего создание инфраструктуры сразу, это планирование социальных объектов, которые должны быть учтены при больших объемах жилищного строительства. Ключевое решение, которое было сегодня принято, это регион выделил дополнительно более 430 миллионов на дополнительные метры жилой площади, которые будут добавлены при переселении гражданам, если старое жилье, из которого переселяется наш гражданин, будет меньше норматива. Помимо этого, в регионе осуществляется реализация программы «Жилье и городская среда». По ней в Тверской области к 2024 году заложены показатели по благоустройству более 1000 дворов и 386 общественных пространств. Напомним, что в 2018 году Торжок и Старица стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для реновации территории нижней части парка культуры и отдыха Торжка было выделено 50 миллионов рублей. А 55 миллионов рублей получил Осташков на комплексное благоустройство улицы Евстрафьевская. В прошлом году победителями конкурса стали Старица и Удовля. Муниципалитетам, соответственно, выделено 40 и 75 миллионов рублей. Так, Старица благоустроена набережной на территории городища.